Рабочий полдень, я проснулся стоя. Опять матрас попутал со стеной. Я в одиночку вышел из запоя. Да вот тяна, сегодня выходной. И время шло, ни шатка и ни валка. Горел на кухне ливерный пирог. Скрипел мирок, хрущевки, коммуналки. И шлепанцы мурлыкали у ног. Сосед Бурштейн стыдливо бил соседку. Она ему наставила рога. Я здесь ни с кем бы не пошел в разведку. Мне не с кем выйти в логово врага. Один сварил себе стальные двери, другой стишки кропает это утро. Я одинок, я никому не верю. Да, впрочем, видит Бог, невелика потеря. Весь ихний брат, а уж особенно ихняя сестра. Экран, а в нем с утра звенят коньки. В хоккей играют настоящие-то мужчины. По радио поют, что нет причин для тоски. И в этом ее главная причина. В труде сенсационная заметка о том, что до сих пор шумит тайга. А мне до боли хочется в разведку. Вот сейчас уйти и не вернуться в эту клетку. Уйти в чем есть, глубокий тыл врага. Из братских стран мне сообщает пресса. Поляки оправляются от стресса. Прижав к ногтю пархатый жид Валенца, мечтавший всю Варшаву отравить. Да, товарищи, не все еще врубились в суть прогресса. И в трех соснах порой не видят леса. Прецает амуниция и агрессор. Но ТАСС уполномочен заявить, я читаю. Тяжелый смог окутал Вашингтон. Невесело живется без работы. В хваленых джунглях каменной свободы, где правят ЦРУ и Пентагон. Среди капиталистов этих стран растет угар военного психоза. Они пугают красной угрозой обманутых рабочих и крестьян. А Рейган, вор, ковбой и педераст, поставил мир на ядерную карту. Тревожно мне, кусаю свой матрас, дрожу, как СС-20 перед стартом. Окончился хоккей, пошли стрекозы, а по второй насилуют кларнет. Да как же можно, товарищи, ведь висит угроза, и ничего страшнее угрозы нет. Да, вовремя я вышел из запоя, понимаешь. Не отдадим родимой Костромы. Любимый город может спать спокойно и мирно зеленеть среди зимы. Буденовку напялю на затылок. Да я и не патриот, хотя и пью. Фонд мира сдам, мешок пустых бутылок. И из матраса парашют с краю возьму аванс. Куплю себе билет на первый рейс до Западной Европы. В квадрате Гамбурга, пардон, я в туалет. Рвану кольцо и размотаю стропы. Пройду как рысь от Альпы до Онеги. Тропою партизанских автострад. Все под откос. Трамваи и телеги. Не забывайте, падлы, Сталинград. Пересчитаю все штыки и пушки. Пущай раскрыт мой корешок связной. Я по-пластунски обхожу ловушки и выхожу в эфир любой ценой. Я щит и меч родной страны советов. Пока меня успеют обложить, переломаю крылья всем ракетам. Чтоб на большую землю доложить, мол, вышел пролетарский купиш Бонну. Скажите маме, НАТО на хвосте. Ваш сын берет до последнего патрона на вражьей безымянной высоте. Хочу с гранатой прыгнуть под колеса, но знамя части проглотить успеть. Потом молчать на пытках и допросах, а перед смертью и про Катюшу спеть. Подум крепчал, пора принять таблицу. В ушах пищал секретный позывной. По выходным так хочется в разведку. Ай да, ребята, кто из вас со мной? Далее. Давай.